знаешь, кто это Дмитрий Кубас? Конечно. Нет, это самый крутой актер. Это у него дебют состоялся на Венецианском кинофестивале. Он его протестное движение вывело на, представляешь, операторскую Ниву. Вообще-то Дима Кубас — это номинант премии GQ «Актер года». Он вообще-то, на минуточку, один из самых величайших русских актеров. Серьезно? Да. Он вместе с Петей Федором и так далее был на... Петя Федоров — это мой объект, это их для меня он главный секс-символ. Он, как это, Леня Бичевин. Это они вместе учились. Вы поднимите глаза, я вас не вижу. Дима Кубас вообще очень крутой актер. Очень крутой актер. А где последний фильм он снимался? Дима. «Детям до 16». А, вот, например. Я не видела еще. С Людмилой Марковной Гурченко. Вот последний фильм с ней. А, про Гея, про Гея. Это ты играл его? Они вас очень любят, и как только, любая прям съемка, мероприятие, они прям заезжать кто угодно. Нет, ну,